Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пани Шпилька, меня зовут Яна. Приглашаю вас прогуляться со мной в Центральный парк города Калининграда. У самого входа нас встречает кирха памяти королевы Луизы. Очень красивое здание. Когда-то здесь была лютеранская церковь. Построена, кстати, она около 1900 года. Сейчас в нем находится областной кукольный театр. В этот парк можно приходить как с детьми, так и просто прогуляться и хорошо провести время. Здесь очень много как аттракционов для детей, так и скамеечек, чтобы просто посидеть и отдохнуть, насладиться пением птиц, просто окружающей природой. Такая красота вокруг, что просто невозможно пройти мимо вот этих розовых кустов. Они потрясающе цветут. Это аттракцион, не знаю, как называется, но зимой с этой горки катаются на надувных бубликах. Очень здорово. Сверху, если присмотреться, можно увидеть веревочный аттракцион. Это веревки, канаты, лесенки, натянутые на какой-то сумасшедшей высоте между деревьями, по которым можно там ходить, лазить, я не знаю, что еще делать. Это для меня просто кошмар.
Вообще этот парк очень старый. В начале 19 века он был летней резиденцией прусского королевского семейства. И назывался он Луизенваль. Особенно этот парк любила королева Луиза. Во время своей коронации в 1861 году парк посетил король Вильгельм I. Парк оставался собственностью королевской семьи до 1914 года. Приятно осознавать, что по этим же самым дорожкам гуляли короли.